Екатерина Боярова – мама двоих детей. В этом году младший ребенок идет в первый класс. Собрать новоиспеченного ученика в школу – довольно затратное дело. Костюм примерно 6 тысяч выходит, туфли 2-3 тысячи, вторая обувь и кроссовочки. Ну, нормально выходит. Плюс спортивный костюм, рубашки, замена, водолазки. А еще портфель, канцелярские принадлежности и материалы для творчества. Об этом тоже нельзя забывать. Все это сказывается на семейном бюджете. У многодетных, малообеспеченных семей и у тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, есть возможность получить адресную помощь. Уже в 11-й раз в Заречном прошла благотворительная акция «Собери ребенка в школу». Она организована по поручению губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и главы города Олега Климанова. К акции присоединились предприниматели и различные организации Заречного. Мы объединились, предприниматели, город, администрация, департамент социального развития, ПО «Старт». Мы объединились совместными усилиями. В прошлом году вот мы оказали помощь, ну, профсоюзной организации «Завод канцтоварами». Сегодня мы оказываем помощь денежными сертификатами. Выделили 25 тысяч рублей, на которые Надежда приобрела Волкова сертификаты. Детям и родителям вручили сертификаты на занятия спортом, наборы канцелярских товаров или сертификаты на их приобретение. Участники акции признались, такая поддержка для них очень важна. Помощь действительно. Кто ничего не докупил, вот сейчас те же самые обложки, это большая помощь. В преддверии нового учебного года состоялись несколько церемоний вручения сертификатов. В общей сложности подарки получили более 500 юных горожан. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный».